Нет, проблемка в зелени в том, что технику нашу могут сжечь, если мы опять сделаем по-тупому и нормально не линии Так, я что, это в не один клик зашел. прочешем зеленку шириной такой сплошной линии Просто там такая где-нибудь. зеленка, что хрен проедешь, по-моему. А Здоник, На танке. видишь вторую линию? Да, я тоже хочу по ней пойти, по второй Вот линии. по ней нет. А, вот по ней можно техника просто обдрочит всю эту Но дело в блокпост. том, что видишь, вот ты... А вообще у меня У меня... еще один вариант был. Подожди, да я быстро нарисую про второй вариант. Блин. Вот тут, короче, ну, ожидается, конечно, противник, потому что тоже зеленка достаточно густая. Противник ожидается везде, если так Не, ну скажем. я к тому, что теперь у нас есть теплак, и можно было, по-моему, попробовать еще раз пробовать по полю с уничтожением, ну, появившихся противников. Или нет? Какому полю? Еще разок. Вот как Ну, мы в прошлый раз прошлое шли. поле мне не понравилось, да. Это мы Ну, вот. больше. Это А было тупо. я не помню, как мы здесь шли в прошлый раз. В прошлый раз мы шли вот так вот. Сверху. Вот так вот. Вот, верхняя. Поэтому я предлагаю это не делать, а пойти все-таки вот отсюда. С последующей зачисткой А, мы с вот этих танком вот идем, да? ближайших, да. И Да, учитывая, что теперь у командиров отделения есть теплаки, и командира второго отделения кто-то занял, да? Видите, да? Вот. только просто Пашу не запускать, теперь у меня нет меток. Ну, ладно. Сейчас, например, это, я говорю, это будет примерно... Я тебе, не знаю, покнут, куда мы пойдем. Вот, я Там нарисовал кусок примерно, отправится. как и второй мой вариант, я пока у вас не говорил. Пойти по дороге. Отделение 1, отделение 2 пехоты. Параллельно идут по зеленке. Собственно, РПГшников отлавливают. А танк движется по дороге. Окей. Ну, тут, конечно, тоже Ну, есть это свои такой проблемы. тоже вариант. Так, время еще есть, чтобы залететь? Есть. А. Это не значит, что мы по этому варианту будем. Я просто предложил. Я понял себе. Просто я почему этот А вариант мне можно очень еще нравится, сделать тем, что это. я хочу теперь как-то реализовать то, что у нас теплак, а мы, получается, пойдем по зеленке. Как там это реализовать? ХЗ. Вот. Я бы хотел попробовать так, чтобы, знаешь, мы где-то бы начали бы стали, с теплаков понаправляли танк, повыносили киберкотлет, которые захотят Ух, сразу вон. нас ебнуть. А потом продвигаться уже это дальше. Ну, твой вариант, конечно, хорош тем, что так-то, по идее, небольшие сектора у противника получаются. Можем вообще сделать. А, в принципе, не можем. Накидать дымух перед танком. То есть выявить цель, накидать дымух, он просто выкатится за дыма, стрельнет и уйдет обратно. У И этого уже. альфа-раса проблема в том, что он получается на таком плато. И с какой стороны Весь не иди, плоский. ну не то, что плоский плато, так еще и на возвышении. Вот так вот. По То лесу есть, идти жопновато, конечно. Там да. каждый куст придется обшаривать. Правда, и проблема в том, что мы-то будем идти полным делом, они 1, 2, 3 человека разбросаются и будут наносить нам урон Они гораздо пропустят больше. просто нас. Да. Кто-нибудь из нас провтыкает. И сожгут. Да. Поэтому я предлагаю где-нибудь закрепиться для начала, обстрелять их хорошенько. А фугасов танки много? Кто в прошлый раз танки бил, Стандартно. бонзай или ворон? То есть я не знаю, сколько там стандартного 60 сувал Паш, но я ничего не это. Я тоже ничего не знаю. Вот. Ну там от Т-55 конфиги, да? Ну да. Ну вот как Да это Т-50. клон Т-55, по сути. Ну вот. Кстати, а почему ты вырезал его родную пушку? Потому что я баланс хотел сделать, чтобы танки были одинаковые. А у них теплоки есть? Нету. Еще будто-либо в теплаке имелись. Трофейный. Вот умрешь, потом у нас командир Тогда отделения будет. Альфа. Тогда будет. А если нам по высотке
будет позволительно с меточки Т бахать в сторону Альфараса, выкатываться и бахать. Кстати. И закатываться. А вот мне интересно. Блин, слушай, реально долго метки грузятся. Так, если мы вот тут вот, красная меточка, да? Мы отсюда увидим Альфарас? Али нет? 45 высота, у тебя Альфарас какой высоты? 49 где-то. Гора у него есть рядом с Альфарасом. 43 высота у Альфараса. Да, жопа. 40-43 вот в тех районах. Нужно все метки. 538 стоит. Тем более ты предлагаешь нас там с любой из двух сторон обойдут и бахнут конкретно. Ладно, давайте первое определяемся, откуда мы идем. Предлагаю попробовать с юга. Минусы – голое поле. Плюсы – хотя бы поле, хотя бы понятно, откуда зачищать. Ну, надо так, чтобы мы выдвинулись с одной колонны. Потому что когда я в прошлый раз попытался людей послать с юга, все поехали разобщенно. И в итоге одних на марши приняли, другие приехали нормально. Короче, надо, чтобы мы именно единой толпой поехали. Ну давай даже сделаем. В прошлый раз мы играли, мы толпой приехали. Вот, ну и нормально. И было лучше, даже пехота смогла пройти внутрь. Давайте сделаем по-нормальному. Да. У нас достаточное количество людей. Мы выстроимся в линию, или как она правильно называется? Свинью. Mm. И просто пешим, пешим ударим ходом. По Ленинграду. Да, пешим ходом пойдем. Танк ну, будет где-то сзади. Если пойдем с юга, я просто боюсь, что пешим ходом можем нарваться на СПГ с фугасом. У нас разброс будет достаточный. Да. 20 метров в сторону друг от друга. На пехотное отделение ну, возьмем все хамики или поедем на МТВР. Предлагаю на одно отделение хотя бы по одному хамвику и в хамике по два человека. Понял, что не стоит больше так делать. Сейчас зайду заново. То бишь вот так вот двигаться. Так, прайс запили частоту для альфа. КВшки проставьте, пожалуйста. Боже. Да, ну и план на карте. Чё, командир отделения забрали, да? Какой-то... Что за ужас, Аздоник? Взяли, забрали, вообще ужас. О, кто взял командир? Так, ну а мы решили, по какому мы идём, чё? ПЗ, ты взял командир отделения? Нет, я не взял командир, я санитар. Ты сидишь на командире отделения у меня? Ладно, не знаю, я брал санитар. Ты сидел там, ещё перезашёл, ты... Ничего, я не мог перезаходить. Санструктор пустой? Да, у меня. У меня пустой. Давайте уже определимся, наконец. Короче, танк на эльфе сидит на КВшке. Я не знаю, что за фигня. Я смотрю в мой отряд. Браво, я сын инструктор. Давай решать, какой у нас план будет. По какому мы идем. Юг. А строй какой? Передвижение? Короче, каждый... Ой, блин. Неправильно, девушку представил. Передвижение. Котка берет один хаммер, один МТВР, два человека в хаммер, остальные в МТВР. Оба отделения так разбиваются. Потом танк... Дай место, подожди. Окей, едем куда? Метку. Куда мы едем? Где высаживаемся? Вся вот эта бригада сейчас, где выходит? Сейчас показываю. Что более популярно постоянно? Я не знаю, что я творю. Ты не думаешь, что нас в низине в этой примут? Уже на рубежах. Ну, хорошо, предложи другой
место высадки. Меч слаганул, ладно. Я говорю, если... Я просто надеюсь, что мы сможем реализовать наши теплаки. Ну, хотелось бы это отдать врагу, да? Доехать бы. В таком случае я бы тебе предложил двигаться вообще вот отсюда. Нет, там на грани видимости, видимость очень хреновая. Хреновая? Там, 1000 метров, мы подъедем на грани действительно зеленки, чтобы она была видна. Паш, ну а что ему мешает сидеть какому-нибудь упырю на метке желтой? И 1000 метров достаточно, чтобы нас именно там принять очень да, хорошо. Слышит даже. И это очень хорошая позиция именно распознать, что едем оттуда. Я бы лично сам бы туда ушел и сидел бы там в кустах. Открытое поле и все. Хорошо, где предлагаешь? Вот. Я предлагаю спуститься на юг по дороге от Машараха. Где-то до там куда-нибудь в район. Ну, уже контур где, да, появляется, если отдалить там контур высотный, 538 высота. И оттуда стартануть вот так прямым, вот да? до 562. Там остановиться возле горы. На гору выходит твой зрячий, глаза. Глаза смотрят, и уже после этого можно что-то предпринимать. До тех пор вообще нехрен высовываться. Это... Через толкачак может? А, через что? Через что? Я тоже думаю, что это как-то через что. Через Машарах вообще. Не, ну можно бочком, конечно, проехать. Можно бочком вот так проехать, в принципе. Да, вот так вот, на 562. Мне тоже нравится этот момент. Вот. А там нам нужны будут глаза посмотреть. Это, во-первых. А во-вторых, ехать в телеге по таким полям, блин, мне очково, честно говоря. Нас вынесут сразу хрен знает сколько. Говорю, если будем ехать единой колонной, ну, вынесут кого-то одного. Я не против таких потерь. То есть остальные... Но ты сам, ты помнишь, да, что ты предложил? Два человека в хаммере, остальная пехотка нет, в телеге. В любом случае, главная машина должна ехать, она пустую должна. То есть стрелок и водитель только водитель. Я даже согласен поехать в главную машину. То есть это стопроцентные смертники, они должны понимать. Может Ладно, быть, пострелять я не могут. Доник, а вот вы вот придумали план, молодцы. Если бочком ехать так, чтобы, например, ехал грузовик, а левее от грузовики ехало, например, два хаммера с пехотой. То есть грузовик бы отвлекал внимание на себя. То есть он как бы... Он бы просто закрывал телом. Хаммера. Да, он закрывает телом два хаммера. Ну да, кстати, вид. Хорошая стенка передвижного. Не верю в нашу синхронность в этом плане. Вот в я бы сделал наоборот, два хаммера пустил на передовую, а сзади с пассажирами этих пустил. Грузовичок? Да, всех остальных. Нет, давайте, как уже решили, в следующий раз, значит, по-другому. Ну хорошо. Готово? Долго будет. Так, нет, 3 минуты только даю. Подожди, 3 мне минуты. Нужно, чтобы... ПЗ или спитер, кто у вас там командир отделения? Ой, Мария, у меня такая проблема, что у меня, если смотреть через заметки, у меня бот сидит, а если я сижу через меню, то там ПЗ на этом сидит. Не важно. Кто-нибудь выйдите в лобби, посмотрите по-быстрому. А Доник? Не важно. Короче, не важно, я к чему. Кто-нибудь из вас решает, кто у вас в головной машине хаммере. Вот, это главное, вот, чтобы сейчас решили, и мы по это... Давайте вот так. Нам нужно 4 Хотя человека на месте, для хаммика. На месте разберетесь, потому что там уже будет. Нет, Аздоник, подожди. Нам 4 машины для хаммика, то есть 2 водителя, 2 стрелка. Все остальные отделения пешие, они грузятся в МТВ-арку. Мы же так решили? Да. Ну вот. Не в одну вот МТВ-арку, а в там каждое 2? Отделение, да. А, в своя? Да. А, ну все, давай тогда вот. Так берем. Или мы можем взять тупо 4 хаммера. С другой стороны. Мы влезем? Ну. По 5 человек в хаммере. А, ну да, вылезать. Тогда 4 хаммика, это да. Хорошо. Все, да. Давайте тогда так. Все, да. Просто в МТВР еще БК до хера, что можем там тупо их минометить снарядами. А они перезарядные или... Нет, я просто на свол туда включу. А. Давай, включай, посмотрим, что там есть вообще. Погоди, у нас что-то переставим, там распределитесь. Да. Давай. Да. А КВ? КВшки нарисованы на карте. Стоит. А, все. Не увидел, сори. Так, а танк в колонии какое место занимает? Ты... Центр, я думаю. Ну окей. Как раз будешь тормозить немножко заднюю группу. Да нахер ему центр, пускай в жопе едет. Ага. Блин, не, мы от него свалим. Его, да, это да, проблема. Да. Я хочу, чтобы он всегда был перед глазами. Да вот он... только лес
пожалуйста, полить и машину. Так мы так вроде едем, что мы вообще не должны его видеть. Можно вопрос? Один простой. Да. Нас задача танк сохранить? Да, желательно сохранить. Ну что, он может расколупать просто эту деревню к херам. Это нас устраивает. Нам главное туда только доехать. Да, все, поехали, поехали, поехали. Ты какой выстрел, что ли? Каш, как начинаем? Ну, что? Надо сначала написать готовы. Надо написать. Вы ничего не понимаете, регулярно. Сейчас нас нахило вытащить еще. Нет, стойте. Да. Ну ё-мо! Опа, да. Рация не работает, что? Подожди, она еще не провинциализировалась. Да, короче, танк на Альфе сидеть будет. Альфе 74 и 3, ёшки-матрёшки. Что есть багр? Что это? Калькулятор. Ага. Военный? Для снайпера. А я снайпер, что ли? По-моему, тебе тот же самый это, GPS там просто с этими, да? Да. Эти ПНВшки нахрен выкидываем, они лишние КГ висят, нам бегать надо. А на кнопку какую надо. Через здесь меню Action, меню вот это рядом с Windows, который у тебя, или там не Windows, у тебя не знаю, что это. Ара, брат. КВ. О, проснулись, улыбнулись. Я в очках? Да. Я модный? Так, давайте сейчас тогда решать, кто водитель в амбиках, кто стрелки. Я медик, допустим, я могу либо быть. Я пулеметчик, у меня смысла нету. Да, то есть стрелки обычные это должны быть. Самые такие, ну, простецкие. Спитер у нас, АЮИ у нас может спитер быть. Спитер и теплак. Студент может быть. Чики-брейки может быть. Вивас. Что? Я могу быть водителем. Не очень хорошая идея, конечно. Не, очень хорошая идея, на самом деле. Я медик, я должен выжить. Я, то есть, в последнем машхамике еду. А, ну, да. Если в последнем, согласен. Есть. Да, то есть, я буду водителем последнего хамика, мне нужен стрелок. Я буду стрелком последнего хамика. Замечательно. Так, теперь решаем, кто у нас второй хамик ведет и стрелок. Понятно. Желающих нет. Значит, будем по журналу. Ты назначь кого-нибудь? Все, снаряжение. Сейчас, Зоник, Я вот и взял свою ДВшку. Саня. На мне еще что? А нет, ДВ нету. Это просто рюкзак, я забыл. Слышишь? Бинокль кому-нибудь отдать? Че, не настроим ДВшку? Давайте общую частоту. У нас еще ОГС есть, понял? Мы возьмем ОГС. Окей. Пацаны, ПЗ, репит. Что такая идея есть? У нас я забыл, что я поставил нам ОГС. А, прям сейчас проверка. Приду, пацаны, в конце. И может как-то реализуем его? Есть идея? Дроп ю вэпл. Ладно, я этим займусь. Ну загрузим его в машину. Вы отделением своим. Своим отделением занимаетесь. Ты господи. Кто пулемет, не хочешь взять, ребят, на подавление? Пулемет есть. У нас нет ОГС. Нет, мне нам ничего не надо давить, у нас будет, короче, AV и VOS в хамвике, и у нас стрелок, а VOS водитель. Вот так. Что? Я еще ничего не понял. Пара. Блин, да. Давайте так, ребят, по парам, кто на хаммерах, по парам разбейтесь, встаньте рядом друг с другом и все. Кто, VOS? Студент. Студенты Вилос, да, или кого ты назначил, Паш? У меня студенту AV и Вилос, вторых. Ага. Первый, вернее. Слушай, вы на первом хайме. Так я Паша, какой? Мы на втором. Они первый, на втором, первый. Первый вот здесь, видишь, первом, напротив, да. Нас, первый хамик. Угу. Вот, водитель. Да, вот. Что-то лен мало. Вилос водитель. AV хоть более опытный, он стрелок. Он, по крайней мере, знает там перед установку дальности хотя бы. Спасибо. Какой 43-й канал, не помнишь? ДВ? Да.
А ты меток нет, что ли? Да, да, все нашел. Прием, на ДВ есть там? Да вроде не должно быть, по идее. А, ДВ, алло? Группа Браво, репит на связи, да. Танка говорят, типа, этого командира выбрасывает. Ну, представим, скорее всего. Представим был, когда мы не могли выйти вот сюда. Скорее всего, он просто не член экипажа. Да, я бы не сказал, по-моему. Командир же говорит, он член экипажа, командир. Кого там выкидывают, куда? Кого куда выкидывают? Танк, что там вас выкидывают? Грузимся по машине. КВ настраивать. Слушайте, кто пехота не занята, в последний хамбик грузитесь. В последний. Буду погибать, молодцы. Айви и Вилос первый забирайте, давайте. Двигайтесь за хамбиком, мы за вами последним уже катим. Я сдаю назад, кто там за последний хамбиком стоит, отбегай. Мы первый. Аллаха. Минус один. Поистину, Алла. Ну давайте. Сейчас мы за стена. Я в курсе. Ну вообще сам последний едем. Кто бежит? Русфокс. Залезай. А, нет, не залезет. Нет, вместо меня. О, Урал возьми, Урал, Урал! Первый хамик, первый хамик, стой, к тебе сейчас Русфокс сядет. С позывных-то не получается нормально. Браво один, браво два. Русфокс, МТВ-ку возьми тогда сзади, у нас на базе осталось. Ты слышал, что там Аздоник? А что там? Он что-то ворота какие ходит пробить. Что? МТВ-ку на базе возьми, садись и на ней. На, блин, мне кажется, мы сейчас опять говно получится. Едем непонятно кто, непонятно куда. Ты так Аздонику скажи, что мы отстали там, разбирались. Аздоник, прием, где вы находитесь? Да вон они сломали. Во, у них тут свалка, смотри как. Ага, вижу. Знатно. Чего там, беременные все что ли? Да, решают они там что-то. Авария. БЕ как всегда беременна. И колонну делают, видишь, все. Тактика. Тикульно играет тактику. Сейчас СПГшка прилетает, и вся тактика сгорит. Вчера тут на километр 250 видимость, 2,5 вообще. Да едет он, едет, видим мы его. Мы замыкающие, браво 2. Что я БЕ на их частоте вообще не слышу. А я ДВшку, подключил, да нет, на 43-й он общается. Зыву, куда уехали? Приедет Альфа? Мы на юг, проехали, спустились вниз на дорогу, повернули на восток. Метку на нас обеспечишь, у тебя есть GPS? Мы подъезжаем к зеленой линии, может быть там сориентируешься. Начало зеленой линии, северная часть зеленой линии. Там танк вообще-то отстал, хамвики, вы там сильно не гоните. Репит улетел, да? Тут он из машины сейчас... выпал, что ли? Нет, тут массовый был именно, каких частных Steam Speaker смотрел, слушал. Плана на людей выкинул. Если я остановлюсь, тогда посмотрю, что там за хрень.
Мы, по-моему, репита потеряли. Сзади он сидел, с правой стороны. Тут, посмотри, сейчас из пяти людей много выкинуло. Да вижу, вижу. Есть красуя? Есть. Да. У меня тут это, чики-прики полетел с ДСГ вообще. Не знаю, у нас много народу полетело. Что, танк? Что он делает? Едет. А, окей. Просто. Ревинстер. Блин, все перенастраивать надо. Я выкинула, но зато работает. Зато все, ничего не сломалось, да? Да, ничего не сломалось. Ну вот, это значит, все-таки менюшка Аздоника все равно. Уже по зеленой линии там едем. А, вижу все. Браво 2, слышал вас. Так, это студент, слышно, нет? Да. Что-то вылет какой-то бок. Да. Выход, да? Нет. Выход. Мы еще не приехали. А, это вот наша метка актуальна, да? Нет. Питер ставит просто там. Я давно поставил уже. Да? Поставь. Ты ее просто передвигай. Да, ты если там сидишь, есть GPS, она... Блин, что-то нормально заключилось. Сейчас смотрю. Как бы я в ней, но у меня картинка зависла. Так, МТР-ка, которая у нас там ехала, мы на поворот зеленой линии пересечения проехали, повернули на запад. Я чувствую, не вижу. У вас GPS есть? Маршрут, ё-моё. Нету? Но если нет, то двигайтесь за колонной. Он сейчас одну перезапустил, почему быстрому? То у меня что-то опять сломалось, что-то такое было. Так, вы сейчас вообще не знаете, где вы находитесь, да? Примерно. Вы на дорогу выехали, повернули на восток, да? До перекрестка доехали, да? Это Браво 2, у нас на связи отставший есть один со стороны базы нашей. Да, выезжайте с базы, дорога на восток идет, на восток движетесь до города. Там развилка, поезжайте на юг. На юг. Принял. Мы сейчас вас встретим. Мы возвращаемся, передаем. Да, были какие-то лаги. Это Браво 2, репит ПЗ, ребята. Сейчас вернемся за отставшими там ребятами. В ТСК с игрой у меня конкретно у репита были проблемы, был полный вылет. Мы на вам навстречу сейчас едем. Аздоник на связи? Главное по дороге двигайтесь, мы вас встретим. За холмом аккуратно, Паш, чтобы не вляпаться друг в друга. А у нас командир на связи есть? Кто там МТР? Вернулся. Прием, есть на связи кто? Прими на связи. А мама говорил на связи. Понятно. Кроме танка, командующий состав-то есть вообще на связи? Это Браво 2, уехали за отставшими показать дорогу, так как у них нет GPS-а. Да блять, ни у кого ДВ нет, но настроить можно же частоту, но ебан в рот. Да. Паша, бань, не жалей меня, бань, надоело. Материться, наверное, начнут дико. Что за проблема? Проблема в связи. Ой, ты как? Обратно вернулись, смотрю, пока перезаходим. Ну, мы машину встречаем. Банить, всех банить. Пипец, блин, столько играют, а... Уж я сколько играю, хрена чего не знаю, но вот эту элементарщину, но всегда связь надо держать. На какой черт вообще играть, если ты без связи? Рандомщики, потому что рандомщики сраные. Ну кто рандомщик? Командный состав. Командир вообще первый должен сидеть на всех частотах. Вот, командир самый первый рандомщик. Не, репит, это Браво. Они
холодно подходит к своей деятельности. Это Браво 2, выдвинулись с оставшими, встретили их и едем на точку сбора. Ну и нихер я слушать не буду таких товарищей, даже если встречу рядом. А что там они? Да ничего, там, блин, ворон что ли только болтает в танке. ТВР, вы за нами двигаетесь? А больше никто ничего не говорит, да? А с Доника нет, как я понял, да? Тоже вылетел? Я не знаю, он, я не да вижу. Да пускай дальше удивляется, пускай частоту и настроит. Чё ж за командный состав в задницу, у которого связи нет нормально ни хрена? Ему бы не с оружием бегать, а рации настроить, на все уши навесить. Перевернутый антиверка вижу. Антураж? О, огонь был, нет? Нет? Казалось. Да, принимаем, Браво 2, принимаем. На ИЛЗ? Они все на ИЛЗ? На метке высадка? Паша, что за МСВ перевернутая? Не знаю. Это Браво 2, едем на метку встречи. Это зеленый вот это, да? Ну, мы на зеленый ЛЗ подъезжаем, видим там. ФСБ говорит, двигайте к МК-19. Метки. Это на север практически. Нам говорит? Ну, он мне передал. Конкретно адреса не было, сказал, двигайте туда. За кем-нибудь там, чтобы нам жопу не пробили. Выйду, я выйду, да. Да-да-да, можно выходить уже. У нас что, ПЗ в камере? Не, Хьюман. Ой, я ошибся. Вот, далеко не от машины, не отбегайте. Вот, спидер, давай к спидеру. О, спидер! Давай к нам. Давай сдавим его. Давай. Где он? Вот он справа. На 20, на 30. Питер с собакой, я тебя сейчас задавлю. Так, где командир отделения? Спитер, слушай, собирай своих ребят. Надо, чтобы они сделали бросок до 554. Мне кажется, тут можно спокойно пешком идти с этим, с тепловизором. Такой туман. Полный рост, как немцы. Да-да-да. Паша. И АГСом потом он отработает. Сейчас Браво поедет 50-54. ПЗ, нам нужно 554 проверить на север отсюда. Да, север ровно практически. Питер пёс. На машинах будем проверять? А, я думаю, пехотка, машина, ну сколько там, два человека будет спереди. Машина будет. Позади, позади, да, машина да, позади и... будет, потихонечку двигаться. Ну все, давайте, я за вами. Хорошо. Студент стрелком садись. Давайте, кто там, кто пойдет впереди? Репет выдвинулся. Хорошо, я тоже бегу. Паш, я теплак, я смотрю с теплака. Паш. Что там мне кто говорил? Нам за вами ехать нет. Да, пехотка, вы пехота, с нами двигайтесь впереди, вон наши люди пошли с репитом и с Питером, идите. Пехота, которая в МТВ-арке нашей была. Окей. Машину бросайте и двигайтесь вперед. Двигаемся. Направление 14-15. Так, репит, репит, погоди, я сейчас пока посмотрю. Догоняйте. И это, будь внимательным, студент. Принял. А пока ничего не вижу, пока что отсюда. Упреждение можешь поставить где-нибудь 400-500 метров, чтобы бить трассе по трассе, а не по прицелу. Ну, если тебе как удобно так будет. Ну, я 300 поставил где-то. Да, ну тут 300 нормально. Да, человек там в лесу, не понимаю, свой бегает с рюкзаком. Как принято. Сделай запрос по ДВшке, есть там наши. У кого ДВ? У репита. Репит на 340 ровно, там возле леса бегает человек. У кого есть бинокль нормально посмотреть? Прямо на нас смотрит. Не понимаю.
А я тебя принял, нет ничего. То есть не наши. Он бегает прямо возле края леса. Дядьки там едут, значит, потенциальный враг. Сообщи этим, кто там едет впереди. Говорят, возможно, Корвус. Ну, свяжитесь с ним. Спроси, у талибов есть рюкзаки или нету? Там с рюкзаком бегает. Наши, скорее всего, по лесу бегают. Окей. Когда ночь. Но все равно лучше у вас. Мало ничего. Сейчас ты мне скажешь, как тебе будет видно лес. Я полностью выезжать не буду, чтобы тебе зеленка была видна, там, глубь, чтобы я остановился. На бугор не выезжайте, так, не выезжайте. Вот переходим. Ну все, вот так примерно вижу. Нет, еще вперед даже. Кто в лес углубился, зря. Погасили, не выезжайте, а вперед. Да. У вас спитер, командир, спрашивал у него. Я медик. Но он на нас смотрит. Кто на вас смотрит? Спитер. Ну, потихоньку нет, проходим. Что? Ребят, только вместе не судитесь. То есть, как бы немножко между собой расстояние держите, идем так колонной. Азиму, дай. В шеренгу. 350 где-то так. Ну, не сильно проходим. Ну, шагом, да? Шагом, не бегаем. Шагом. Просто кто-то очень далеко берет ушел. А вот это вот Windage в ярдах измеряется, это что? Вы где-то на предустановках? Да-да. Ну вот эти... 320 стрельба. Фунты или там. На 320 тоже сдадимся. Уже. А, ты боковые имеешь в виду? Да. Ой, не помню, честно. Хамбики пока не загонять в зеленку. Да я бы не советовал пока. Не знаю, я а думаю, что можно выехать, выходим, чтобы крыть пехоту. Должны присоединиться к ним, да? Ребят. Чё хотите? Прием, браво. У нас ситуация на карте этого леса не было. Вот. Аздоник. Я Аздоник. У нас ситуация леса не было, а он, по идее, ну, как-то... Так, давайте на 30. Аздоник, нам нужно, наверное, сейчас по синим линиям выходить, да? По стрелкам. Кого я слышу? Так, право, на 300. Двигаемся. На что настроить можно? Как? Какими клавишами? На МК-19, в Хаммере, по-моему, типа. Вот точно. Косик слышно. Да. Какая-то стрельба, по-моему, да? Нет, вроде. Спитер, нам сказали на запад двигаться. Мы так на 300 я, двигаемся, по-моему, стрельбу какую-то слышу, нет? ФСБ. Ты прямо на красный этот... Ну я не знаю, у тебя... GPS есть, да? Да. Сколько говоришь, 300, да? Ну 200, сейчас уже 290 так двигаемся. Ну так что, нам хамбики подтягивать? А да, я думаю, уже можно их в лес загонять. Двигаемся дальше. Спитер, а нахрена они здесь? Мы же сейчас сдвинемся, по-моему. Ну ладно. Ну они потом выйдут на позицию. Пусть хотя бы поближе к нам, вот, я не знаю. Линию, наверное, начертите нам, пожалуйста, по которой двигаться.
сейчас по восклицательному желтому знаку еду. А у тебя на GPS есть там есть синяя линия? Да. Так есть или нету? Ну есть. GPS есть, а по синей какой? Стрелки что ли? А по которой нижняя синяя, мы вдоль нее двигаемся сейчас. Я не вижу. Площадь, не стрелка, площадь синяя, там верхняя граница. А, вы смещаетесь на запад, я понял. По верхнему ребру, да. Понял. Так вы там сильно не гоните там. Нам до конца ехать эта линия? Еще не до конца. Мы еще. Нет. Нам до конца сейчас ехать или мы на середине где-то? Дойду, так уже почти до конца дошел. Я справа от вас. Так, я останавливаюсь здесь, жду распоряжения. Метку дал 1-1B. От командования, значит, задание такое: нам обнаруживать противника, они из МК-19 будут его обстреливать. Так что. Так, где-то высотка есть. Высотка на западе от ПЗ, да? Ну хотя поскольку Астоник был удивлен, что здесь лес. И он просто потерял. Окей. Он забыл, что здесь большой лес. Сейчас я двигаюсь на красную встречу, метка. Смотрю туда с теплака. Рядом с этими стою с хаммерами. Он студент, Витас. Чего вам? Отсюда ничего не видно, здесь туман. Хотя, нет, видно что-то. Блокпост видно. Они знают, что мы нападаем с этой стороны. Так, окей, а кто-то выехал впереди меня, кочегар. Назад не сдавай, погоди, я сзади. Так, сейчас я выхожу на позицию, чтобы смотреть на блокпост. Там есть где вообще люди? Метки ставьте. Студент, я пока выйду, чтобы у нас было дополнительное оружие. Угу. У меня плохое предчувствие. Я, если что, повернусь. Угу. Камера аккуратнее, там ваш по левому борту целая густа. Хаммер, окей, вперед поехал шагаться, ну ладно. Ну, блокпост смотрю, никого не вижу. Чтобы именно так светились. Может, лежат или за забором. Сожгут сейчас нахрен эту машину, походу. Ну и пофиг с ней. Сами едут вперед. Их там Аздоник командира. Нам пока стоять еще? А можете выезжать на сам склон, на вершину. А меточку дайте какую-нибудь, ориентирку, потому что я так не могу понять, какой склон. Поставил метку. Квадрат. Ну, метку поставил примерно там. А нам двигаюсь. Как вы, это кто? Виллос. Это, видимо, Виллос и Ави. Вы за нами двигайтесь, мы вместе, одна группа. Да, вы там вместе двигайтесь, так. Принято. Ну, я уже вижу часть куда-то, поэтому сейчас я буду смотреть уже цели выглядывать. А это репейт, сейчас вхожу в позицию наблюдать блокпост, это южный, который мы двигаем. Правой кромки леса. А, правда, смотри. Огонь свободный. Хаммер уже ставит нас. Да, хаммер, не
Ну это не наши, это все хуйня сошли. Видишь, этот такой. У него репит. Аккуратно пульс катайтесь, там уже свои передвигаются полностью. Сзади машины не стойте, я вас умоляю. А поставьте от танка на 200. Так, ребята, потому что он от тебя. Вижу движение. Кто там бегает? Что за друг был? На подстрелок. А, заяц, ясно. Yes. А нет. Не заяц. А, на 226 от меня, там дом, а... Человек бегает. В зоне горит, можно штурмовать. Принято. Сейчас поставлю метку, блин, где враг. Ты, Азимут, скажи. От нас 226. Какой нахер 226? Это вообще сзади. 326, 326. Да, я не знаю, они, блин, срочно... А поточнее, можешь сказать, я вижу капюшоны, и куда? Тормози. Да, я метку поставил, прямо там. Или сеть? Ну он там бегает уже, сейчас ушел уже. Холодос там бегал, сейчас уже зашел за дом. А вот по сути никого не вижу. А, репит, 4 градуса на доме у чувака. Стоит прямо на доме, смотрит. Ты что-то стреляешь? 4 градуса, человек стреляет, ничего нет. По нам прилетело ой, что-то, или есть. Это меня глушанула пушка? Наверное, глушанула. Угу. Что выйдет, у меня такое ощущение, как будто он открылся чем-то. 320, в зелёнке впереди, по-моему, кто там? По зданию на 300, на 300, прям здание есть там, на крыше чел. Стоять пока. А вы можете выезжать стрелять или нет? Мы уже выехали, стреляем по бункеру периодически, По бункеру кто-то им блокпост что ли? Да, да. Так, вот это медик. Да. А мне ноги сломаны, я где болта привел? Ну я метку на себя дал. Хорошо. Можем чуть ближе подъехать, в принципе, чтобы было обзор. Ну я на меточке приехал, тут кто-то стреляет, автомата недалеко. Малыша. Ну чуть-чуть спустимся сейчас вниз. РПГ-хи летят, кстати, РПГ-хи летят. Отлично, там как раз тебе будут видны эти заборы всякие. Так, бегать с калашом стреляют на него. Кто-то что завалили, нет, не знаю. А лес, который поле вырубал, ничего. Нет. Он ничем не проверил, никто не проверял. Тут уже может что угодно прилететь. Может. Репита уже убили? Нет, еще жил. Так, ПЗ, ты далеко от Берги Чикибрики? Ты пока отсюда. Далеко, но я могу быстро подъехать туда. Или сходить. А можешь бегать, пожалуйста? Хорошо, тогда я студента одного в машине оставляю. Он здесь тогда сам будет пересаживаться на водителя или выходить. Я вернусь. У нас хамик, наверное, сгорел. Что ты сгорел? Близко подъехал. Спитер живой? Да, я живой, вот ползу, я уже недалеко от своей метки, Спитер. Понятно.
знаю, нет идеи завести технику мелкую в город все-таки. Ты видел у вас с Питером? Куда отрабатывает танк, чтобы он туда пошмалял и везти. Где, куда ты смотришь? Да-да-да. А, вижу, по-моему. А, нет, не он. Ты где? А я... Нет, где-то Питер примерно уже. Вижу Хьюмана, по нам бьет. С пулемета? Танк, танк по-моему, бьет. Так, вы тут где? Я не знаю, где я. Я рядом с танком. Я рядом с танком. Где-то. Я говорю, я рядом с танком где-то. Я не вижу. А, ну я на метке с... Ты в пылом поле что ли? Нет, я там просто не случай такая, это хуйня говорится. Выгнал на лес этот, в запад. А, движение в лесу что? Да-да, в лесу хаммер, отъебаш. По трассерам. Вперед? Ага. Вот там в лесу на 318. Ага, ходят, да? Танка нет, танка нет. Танк сожгли. Ваш город можно входить? Ну, если да. Есть возможность сбежать. Давай, давай. Все, надо, надо входить, надо, ребят, надо входить, да, чтобы с зеленки они это нас не работали. Черт. Военная там все. Прилетело. Короче, зарешил. Надо было проехать до Песковки. Его вроде давили, давили, только крипы давили, наверное. А, он лёг, они прям над ним. А-а-а. Ну, еще не есть возможность, я думаю. Не так много народу полегло. Ну, техники много пожгли. Такой лес правый не чекали, типа, все в кучку тут застолкнули. Нет, нет, правый лес вообще никто не проверял. Ну, этот левый не проверял никто вообще. Как всегда. Часть не проверят, и все. У этого парня тут... TC. Может, то ли рация не работает, то ли чё. Я ему сказал, короче, иди к хаммерам. Он за мной увязался, когда. Ему пофигу, он пошел, короче, напрямик через лес. И сейчас он вообще хрен знает где. А он в TeamSpeak его перебросил в комнату? Да, он тут сидит. Ну, я не знаю. А чё, может, ну, не знаю. Рандомщик, наверное. Видим. Совсем. С патологией. Блин, а я хоть кого-нибудь... Так он не туда даже ушел. Так, а у нас там еще обе фикс в тылах ходит. Ух ты. Ага. Все горит. Вообще красота. Да, Паша, почему леса вот эти не отмечаются на карте? Потому что картодел решил их не отмечать. А че так? Я из-за этого, короче, по диагонали пробежал до бункеров.
Че, в зоне один человек сидит? А в бункере кто-нибудь сидел? Нет, вроде. Но я не рискнул заходить в город один. Побежал обратно. У нас база пустая была, ну как, бункер, вот этот блокпост. Да его держать безумие, по-моему. А, в городе всего один человек? В квадрате, да. Блять. Сейчас это чики-брик и... По тылам ходит. Они сразу же... По-моему, у BFX трава выключена, нет? Как он так сделает? Да. Как она может выключить? На стрелках только разве что детализация? Нет, способы есть. Какими? Ну, зачем рассказывать? Ага. Для всех. Граната обрезала, да, его попала, да. Бабах, да. Не глазастый. Че, я же никого не убил? Не-а. Че? Да нет, убил вроде кого-то. Что-то я с этими 14 килограммами... Вроде 14 килограммов ношу, а выдыхаюсь просто. А ГС вообще успел что-нибудь обстрелять? Нет. Нет, понятно. По-моему, один хэвер нажжу. А, нет, нет. Меткой на 300 метров ошибся. Это до сердец сеточку на дистанции по полкарте. А репит бедный без сознанки лежит. И никто его не поднимет и не знает, что он там лежит. Сам придет себе. Да он уже так долго лежит. Значит, чуть-чуть ему выиграли. И кого-то они сейчас зайдут в зону и выиграют. Вдвоем. Втроем. Надо просто азиат. Да, там брать. Даже двоих хватит. По-моему, оно не работает. Короче, азиат, он тащит. Не, там нужно захватывать и блокпост, и это же. Одновременно. Нет, там город самое главное. На блокпосту они вроде были, так что, наверное, уже захвачен. Не, в прошлый раз был один человек в городе, и его человек 4-3 врага в городе, и не захватили. Черепи вдох. Да я уже захрипел, смысл мне там валяться. Ну куда они пошли? Когда хрипит, у тебя уже ты сам не поднимешься, надо помогать. Да, это хрипит, я знаю. Хрипит. Хрен все подумал. Китанули. А это на только респаун. Не, ну знаешь, вот к тебе сейчас подползает человек, он тебя мог спасти. Вон, хуман ползет. Так, трое из леса сейчас пойдут тоже, да? Мальборо. Кто, интересно, меня завалил? Где-то сбоку стреляли. Че не пьешь через... Я его увидел, и он меня... Окачи. Ему помогал. Ясно. Ему помогал, а тебе нет. Обивал без нам, да? Лаишь, в смысле. Чё, как оно, кочегар? Нормально, а чё? Тихо. Вилла слышал, откуда дрочил. ФСБ, это ты? Да. Как ты сдох? Так она взорвалась. Объясните, почему странно работает доп-канал? Какой-нибудь нормальный доп-канал работал? Всегда. Меняю. Всегда нормально работает. Ну, я выставляю эту фигнюшку, когда А1 появляется, правильно? Ввожу частоту. И потом передвигаю обратно на свою частоту, и у меня сбрасывается дополнительная частота. Ну, естественно. Надо, допустим, как я делаю. Я на 8-м канале делаю А8.
А уже на там на втором канале сидел, переключаюсь на второй, все, и сижу. А, он все равно дополнительный как у тебя А, А, это дополнительный канал. У тебя нельзя делать А1 и С1. Он понял, не будет все. Так работать. Надо, я допустим, С1 и А8, А7. Тогда он будет это параллельно включаться. Его на другое ухо вешать. Фактически 5 на 4. Ух 5 ты. На 3. Петух. 5 на 2. Что его, Каркарыч, что ли? Да. Да он же лучше, ему не в голову, а в руки попал. На крышу смертник вышел. Контрадерес? Да. Может он это, скивованный, ну что? Разворота стреляют. Все там осталось. Ой. О, он посмотрел так в него. О, ожил. Ну я же говорю, скиллованный, умирает очень быстро. Не знаю, вот как сделать эту миску правильно, чтобы как-то... У меня Урос Фокс в лестнице стоял сейчас. Да, дробовики всем нужны. Да я там вас столько накидал уже. Че, вам еще дробовик добавить? А, 12 по-любому. С разрывными, да? Ну да, чтоб там пробивать. Ну видишь, у них очень нормально. Альфрас вообще офигенно расположен для защиты. Да, внутри, да. Да не знаю, мы когда за оборону играли, все время выигрывали. Ага, в лесу там теряешься постоянно. Ну, я теряюсь. Потому что в лесу человек, который ждет, ему че бояться отсюда. Он всегда услышит, когда кто-то подходит. А тот, кто подходит, он ни хрена же не ориентируется в пространстве. Может добавить синим вызов арт-удара? Конечно, миномет, да, на себя. Да нет, без армату синим. Ара-удар. Да, короче, ты нафига умер-то? Где ты вообще умер? Да, на КПП. Я в него стрелял, в руки попал, думал. Так ты что, на КПП? На самом деле, я тупо думал, просто в ДВ-шек. Нахера? Меня убили. Нахера ты туда убежал? Охранять. А кто? ФСБ. Да нет, здесь вот надо прорываться сразу в город как можно быстрее. Я сказал ехать по кромке леса. По кромке леса это очень. Я ехал по кромке леса. Там много кромок леса. Там много кромок леса. Там Доник. Ну а что ты говоришь тогда? Представь, прямоугольный. Что за дела такие? А Доник это ФСБ, выкидывай его. Я тоже Доник, а почему мы не проверили левый лес? Вообще-то я посылал туда проверять левый лес. Я даже говорил, ну, просил ворона передать, чтобы, ну, Браво атаковало левый лес. Вот. Левый лес? Была атака Браво, атака так, точки. Чё там кто-то не хотел? Вот. Ну, почему вы левый лес таки не смотрели? Сука. Мне понравился момент, короче, когда, по-моему, это были не мои эфемера, потому что мои эфемера к тому моменту вроде как подохли. Вот эти два, которые там сейчас стоят, которых сейчас Маль бросил. И, короче, картина маслом. И вперед идет танк, эти стоят сзади. Танк попадает с левого леса, прям видно, они это видели. И что они делают, эти эфемера? Дальше продолжают стоять. Да-да, я движение. Не, ну почему они сгорели? Главное, еще раз промахнуть. Ну да, один еще и сгорел. Отстудает. Они стоят все равно, смотрят на меня, а простреливают. Они не смотрели, они стреляли в тебя. Так что не надо. Слабо. Причем стреляли с двух стволов. Каркар сейчас пошел только то, что он в низине, в ложбинке лежал. Если бы он не лежал, бы его там уже не было. Я еще буду. А что больше слышишь? Ты еще кто-то есть, когда ты сильного Никола? Дай-ка Ну, нет, по идее, вот сейчас у спидера должно быть хинт вылететь. Что типа... Она хинт на что? Это... Ну, типа вот этот. Он еще не в зоне. Вообще, он один и не в зоне. Да, он ну, в зоне. У меня они уже находились вдвоем в зоне, там, но все равно не захотелось. По-моему, меньше двух красных и больше одного синего. Меньше одного красного. А это он миску переделывали? Два синих. А Зоник переделал? Меньше одного красного, а, это ты сильно. То есть теперь блокпост захватывать не обязательно, да? Нет, обязательно, просто все равно.
Ты сидеть. Понимаешь, а Зданик он, теорию относительности знает, вот он на основе нее делал миссию. Минус бесконечность на плюс бесконечность. Да, да. Питер трясется как-то. Прошу раз нужно просто захватывать. С Питера теперь ФПС опережает наш. Да, да, да. Он аж трясется идет. Сильно много ФПС. Андрей Штин. Надо у него комп отобрать. У него походу гравитационные волны он использует. Вот только открыли, он уже их применяет. У Спитера, по-моему. А нет, это у всех лагает. Читы? Нет. Дергает. Спектатор лагает. Паша. Я просто помню, Паша, ты рассказывал, типа, кто лагает, это у читы. Ну это в этом, в арсинхрон когда идет. Паша. Хорошие читы ты на сервер закинул с обновлением. Да. Мне понравилось. На двоечку. Питер прям это. Два этих верхних этажа, что там. Кстати, там, я так понял. Аркадий. Тоже та же самая фигня происходит, когда на Backspace нажимаю, Паш. Это нормально? Да. Что? Потому что я просто когда ну на Ctrl Caps начинаю говорить, да? То у меня же появляется это менюшечка иногда. Я его бэкспейсом выбираю, и мне такой раз темно это экран. Ну ладно. Да, что-то всех колбасит. Менюшечка. Менюшечка, она появляется только когда открыто меню. Именно цели. Не-не-не, ты не понял. В смысле, когда, по-моему, нажимаешь Ctrl и Caps. Убирается, имеется в виду? Когда капсул, открывается, по-моему, пятое меню. Ну, вот. Я его хочу убрать, а я всегда убираю, ну когда я играл, всегда убирал тем, что я Backspace нажимал, он все меню убирает. И у меня когда нажимаю Backspace, черный экран вылетает. А, он забрал мой костел, что ли, у него свой был? Спитер? У Хумана. Спитер сейчас просто на волоске. Вроде у пулеметчиков этот, рюкзак был. Добавил. Ну не знаю, он еще... Не допоздал твой труп, а у него уже как был. Паш, Паш. Че? Этот скрипт по поводу черного экрана, он у тебя, во-первых, секундный слип приводит к тому, что эти цели все равно можно увидеть в короткий момент. Я все смог. А во-вторых, есть куча кнопок, которые приводят к тому же черному экрану. То есть например, когда ты бегаешь пехоткой, у тебя этих целей нету. Они только в технике появляются. Вот, ну если, допустим, нажмешь Backspace, а как Тимак умер? Или какие-то еще есть, я пробовал, ну, вот она все равно вызывается. Интересно, Тисси узнает, что там чужой. Стой, стой! Там не только Backspace. А, я знаю почему, Паша, знаешь почему? Ты там, по-моему, проверку делал? Сейчас скажу. Блин. Так, Аждоник, кстати, в третьих пусть в НБ не в общий канал. Вы вообще видели, что произошло с ТС? Да, он думал, что свои там. Сейчас Питеру будет огонек. Это такой лол. Его встречает. Нет, не встречает. А чё, почему он... Он завис, наверное. Он же слышал. Не-не, он как-то... Может, отошел. Отошел. Ну, гадит. Ба! Кому там Мальборо прилетает? Как красиво. Ухана вот точно как-то пофиг. А это он зря сделал. Да, это зря. Ты нажимал, ты ебаный. Верка один. А меня как убили, откуда? К тебе поднялись. К тебе зашли в дом сзади прям. Зашли в дом, поднялись. И пулю выпустили. И почему миссия не рубанула? Потому что они вторую зону забежали. А здесь нету конца на гибель страны? Нет, он должен. Они вторую зону не забежали. Бункер, нет, не конец на гибель страны. А бот остался живой. Да, а этот-то уже взяли, по-моему, блокпост давно. Так а ты живых игроков игра. Считай. Тут, по-моему, все равно что там происходит. Ну, короче. Да.